Сегодня вопрос дня звучит так. Возможен ли распад еврозоны в ближайшие 5-10 лет? Слишком много, наверное, вложено туда. Поэтому вряд ли, я думаю, развалит. Нет, конечно. Он жил, живет и будет жить. Европа, они очень сильные. Я далек от политики, я ничего сказать по этому поводу не могу. Валюту евро ждет судьба советского рубля. Кажется, она будет сама по себе, некоторое время еще евро будет между ними. Потом каждый свою валюту выпустит и все. Я думаю, что все это придумано и будет придумано, сделано так, что это закончится. Ну, это в рамках чьих-то интересов, возможно. Не мне это обсуждать, но это все закончится и все будет хорошо. Ну, это Испания, Греция. Все-таки они... Нет, я думаю, сохранен будет. Современная ситуация показывает, что экономики европейских стран все-таки должны развиваться по своему локальному пути. Ну, все-таки, скорее всего, это наиболее экономичный, наиболее рациональный путь.